Доброе утро. Это опять я. Покажу вам, что у меня продвигается как. В общем, довязала, наверное. Вот у нас лицевая сторона. Верх, ну, как их назвать? В общем, полочки, бретели, не знаю. Перед сарафана, в общем, довязала я, наверное. Еще скос плеча не вывязывала, еще не знаю, может быть, это. В общем, сейчас перехожу на спинку. Вот сейчас буду айкорд тут вот так вывязана. То есть изнанка. Вот с этой стороны у нас айкорд. А с этой стороны я даже, наверное, сниму, покажу, как из такой ситуации перейти вот в такую. Чтобы здесь вот так было. Отдельное будет видео. Ссылку. Когда сниму, то, наверное, оставлю. Наверное, этот влог выйдет раньше, чем я сниму это. В общем, это что касается сарафана. Сейчас еще что покажу. Так, ну и вот что у меня по шапочкам. Значит, это черные из мериносы. Уже вот сколько я провязала. Спицы 2,5. Я говорила уже, да, все по ней. Ну и поскольку я вчера довязала носки для мид-ту-нит и... В общем, манишка оказалась колючей, то я начала манишку заново. Это Газал Baby Wool XL. Корявенько так она выглядит пока. Это распущенная пряжа. Я ее что-то не стала отпаривать, ничего. Но вот думаю, после ВТО она разровняется. Вот, значит, спицы номер 3. Да, Газал Baby Wool XL, спицы номер 3. Такая будет манишка. Она не колючая. А для кого будет манишка? Манишка для дедушки. Я тоже хотел манишку. У тебя же есть манишка со слоником. Ну, я хочу без слоника. Ну ладно, свяжем без слоника. Вот, и начала себе шапку с пайетками. Сейчас, конечно, будет, наверное, не видно. В общем, это 100% акрил. И просто лицевая гладь. Спицы 4,5 в 3 нити. Это... А я говорила уже, по-моему, что это. В общем, там 500 метров, 480, что ли. И я в 3 нити вяжу на спицах 4,5. И не знаю, какая сторона будет лицевой. Мне что-то прям кажется, на изнанке больше пайеток. А я прям хочу, чтобы Мама, было много. Сниматься. Сейчас пошу, секундочку еще. Вот. И, в общем, это будет снаружи слой, а внутрь я свяжу что-то, наверное, такое помягче, потеплее. Может, из мериноса или там из полушерсти просто. Вот. Это, конечно, полотно неприятное. Я ничего не... То, что из-за акрила. Ну, как много тут пайеток. Они разноцветные, кстати, при таком вечернем электрическом освещении. Вот, они сверкают разноцветным, но при дневном свете вот просто слегка так поблескивают. Но полотно, оно получается такое тугое, не очень эластичное, не очень приятное. И довольно плотно я вяжу. Это скорее как такая, знаете, ветрозащита, а что-то для тепла уже будет нижний слой. Ну, в общем, все, наверное, на этом я закончу в этот раз. Доброе утро. Решила вот сегодня показать, как у меня что. Значит, голос у меня такой, я болею опять. Ну, простите уж. В общем, шапку провязала я вот столько. Нравятся мне пайетки. Но, наверное, я ее распущу, потому что вяжу я лицевой гладью. Вот. И она получается такая плотная. Ну, то есть, вообще прям такая плотная. И я думаю, что нужно это как-то использовать, ее свойства. И, наверное, я ее распущу, свяжу резинкой 1 на 1 и сделаю вот это вот закрыть. Вот видите, она даже не это... Никак не сминается. Пластмассовая шапка. Вот. И, значит, что я говорю. Вот этим закрытием, где по центру... Такой не клина, как даже его. В общем, лопатой, по-моему, называется это. Вот, ну, полюбуйтесь, пока я не распустила. Тут у меня вот эта вот штука, это от штатива. Ну, ладно. Вот, значит, такая прелесть.
Это в роспуск. Я прям сейчас, я еще сомневалась, но сейчас окончательно убедилась, что да, это будет распускаться. Значит, а это полная противоположность. Это Ализе, ой, Газал Бэби Вул. Газал Бэби Вул XL. Манишка, тут, конечно, узлы. Но она такая эластичная, такая мягкая вся, струящаяся. Вот из этого, наверное, платье классно было бы связать. Тот сарафан, который из Lana Gold я вижу, вот из этого, наверное, было бы вообще... Может быть, платье когда-нибудь свяжу из такой. Ну, конечно, вот тут распущенная была пряжа. И резиночка такая. А здесь вот новенькая уже получше. Да? Видно разницу? Я думаю, видно. И она прям, ну, она и тянется. И вот для детей прям действительно. Мне не нравится. Ну, как... Мне очень нравится именно в вязании то, что она скользкая и какая-то вот такая шелковистая, на ней вот такой вот, вот такой пух, да, видно, вот он. Вот он очень тонкий, вот эти волоски, они очень тоненькие. И это, по идее, в изделии прям классно. То есть она и мягкая, и к телу очень приятная. Не колется совершенно, хотя там 40, да, по-моему, процентов шерсти. Сейчас посмотрю, сейчас скажу состав. Вот, но она совершенно не колется, очень приятно. Но вязать ее не очень приятно. Простите уж меня за тавтологию. Сейчас я этикеточку принесу, почитаю вам. Так, наверное, что-то все знают, но я вот что-то забыла. В 50 граммах 100 метров, 40 акрил, 20 ПА, 40 меринос. Вот. Кашемир, конечно, это... Основное тут ПА надо вперед писать, чем кашемир. В общем, зовет меня ребенок. Ладно, в общем, вот такие дела у меня на субботу утро. И пойду вязать. Вот это довяжу, это распущу. И посмотрим уже, как дальше действовать. Вот, а завтра... Сегодня еще я должна сфотографировать носочки. И завтра уже прием работы, как это назвать. Выкладываем носки в Инстаграм. Вот, на этом все на сегодня. Так, сейчас уже вечер субботы. И вот, довязала я манишку. Такая она получилась. Здесь 150 грамм получается. Три вот таких мотка. 150 грамм это 300 метров. Вот. Значит, спереди вот это вот на грудь. Закрыла этим, ну вот, с накидом. Эластично. Вот. Кончики все убрала. Очень она такая мягкая. Шелковистая даже, можно сказать. И вот эти регланные линии. Тут я два раза делала прибавки в каждом третьем, потом в каждом втором ряду. Четыре регланные линии у меня здесь. И ростка нет. Эту я что-то без ростка связала. Вот спинка. Вот перед. У меня уже Новый год тут. Вот такая манишка. Все. Остальное завтра покажу. А, ну еще хотела показать насчет этих пайеток. Вот шапку, сколько я уже провязала. Распустила и провязала, теперь резинка один на один. Красота, ну, прекрасно, по-моему. Шикарный аксессуар будет у меня. И вот как я то, что распустила, смотала. Конечно, я из серединки уже все вывязала, но вот не падает моток. В общем, я распустила ее. В три нитки я вязала. И вот это у меня было все извязано. И когда я ее распустила ее полностью.
И вот от этого кончика просто начала наматывать моток вот этим способом, который есть на канале у меня. Я оставлю ссылку, наверное. Мне прям очень нравится. Намотала, потому что если бы я мотала вот отсюда, намотала бы моток и вязала бы с, как это назвать, периферийной нити, то у меня бы все это крутилось. А так я вот прям отсюда. У меня он лежал, отсюда тянутся эти три мотка. Вот это я все намотала. И когда вот это вот уже пришла сюда, вот так вот сделала и положила. И стала вот из серединки вязать, тянуть. И вот столько у меня связалось. В общем, очень удобный этот способ мотать руками. Не знаю, может, моталкой и лучше, но моталкой я не пользовалась, а вот руками очень удобно. И вот какие пайетки. Вот они, кстати, лучше сверкают, когда не в фокусе. Ну, какие. Ну, классно, мне нравится. И я хочу, значит, ну, как говорила, я макушку сделать с таким закрытием и все-таки сделаю здесь отворот, чтобы потеплее, а внутрь тоже у меня есть одна идейка, из чего подклад связать веселенький. Хотя, может, я от нее и откажусь. И вот, на этом все. Пока манишку довязала, теперь буду шапочку вязать, а уже сарафан свой завтра. Тогда все, пока. Всем привет. Сегодня понедельник. Да, понедельник, и что все такое черное у меня тут? Значит, что? Ну, давайте начнем с шапочек. Вот, провязала. Угу. И садится батарейка, как всегда. Все вовремя. В общем, провязала я вот сколько. И по идее, вот столько уже идет на отворот. И здесь я буду делать сейчас закрытие. А отсюда буду довязывать внутренний слой. Я что-то не стала с открытыми петлями. А может и сделать ниточку выдернуть, не знаю. А может и прям так сквозь полотно наберу. Я несколько шапок уже так вязала. Вот просто брала вот отсюда и прямо вот набирала. Вытаскивала прям через полотно. И оно, ну там, знаете, как было, получалось, что вот так, небольшой подворотик, и дальше идет уже внутренняя шапка. А здесь получится вот так. Вообще, на моей вот этой вот из твида там тоже не видно никакого этого шва, ничего, ни рельеф никакого нет. В общем, вот так пока. Нужно переходить на убавки и закрывать макушку, и тогда уже начинать буду вязать синенькую. Так, ребенок у меня там играет. Ну ладно. Так, и вот и эту шапку, вот сколько я провязала. Здесь будет отворот. Вот, и здесь уже тоже я, сейчас у меня один этот моточек закончился. Одна ниточка. Вот сейчас я присоединю. У меня есть еще полный моток этой пряжи. И уже я буду делать вот это вот закрытие с этой. Никогда так не делала еще, по-моему. Или не помню. Вот такая шапка. Вот в придневном свете она вот какая-то, ну, не сказать, что не нарядная. Но при электрическом, конечно, она сильнее гораздо сверкает. И разными цветами переливается. И что еще самого значительного произошло? Вчера я не снимала, но вот все я доделала. Вот свитер мой. Не мой, вернее, а теперь даже не знаю чей. Паш, пожалуйста, не шуми, ладно? Сейчас я через минутку освобожусь. Вот. Значит, грибочки, листочки и рукава. Вот как я и говорила, листья светлее, грибочки темнее. И закончилась вот эта пряжа. И я здесь уже вышивала самым темным. Ну,
Ничего. И так тоже нормально, я думаю. Хороший получился свитерок такой. Но, к сожалению, мал моему ребенку. Ну как, он сидит на нем, как водолазка. Но он теплый и колючеватый. То есть, как бы предполагается, что нужно одевать вниз что-то, а на что-то он уже, ну, нехорошо, в общем. Еще один будем вязать. Вот, и вот, говорят, там на детских вещах, росток, все такое. Здесь вывязан росток и вывязан углубление, вырез горловины. А на спине не вывязано, вот на спине прямо. И получается вот такая ерунда. Так что и на спине тоже нужно вязать вырез горловины. Я такой вывод делаю. И росток нужен не вещам, а людям, у которых, это, если это такая мерка, то почему бы ее, почему ее избегать? Да, если это строение человека. Вот так у меня тут все пестренько. Нужно теперь убрать кончики и постирать. И вот что осталось. Паш, я же тебя попросила не шуметь. Не шумю. Вот. Из этого тоже я что-то свяжу, потому что здесь прям, ну, нормально так осталось. Не знаю, сколько. Можем даже сейчас проверить. Вот. Вроде ровно лежат весы. Значит, беленького осталось 20. Такой цвет, как какао. Ну, не как, очень светлый какао. 20. И темно-коричневого 24. То есть 64, да, по идее, должно получиться у нас. Ну, отлично. Я думаю, что на верхний слой шапки этого хватит. Например, если вот неровно стоят весы. Ладно. В общем, я так думаю, что если связать один слой из альпаки, а внутрь связать какую-то подкладку из мериноса или чего-то подобного, то будет замечательная шапка. Вот, ну и на этом все, наверное, на сегодня. А может быть, вечером еще подключусь. Манишку я довязала, я показывала, да? Ну, в общем, все, ладно. До следующего раза. Доброе утро. Уже позднее утро, вот у меня уже второй кофе. И хочу показать вам шапку. Довязала я до конца, мне осталось сшить здесь, ничего не видно, да? Осталось сшить. Вот так выглядит это закрытие. Получилась она, спицы гремят. Очень-очень длинная. То есть это прям даже можно сантиметром померить. Тридцать пять сантиметров. Ну и отворот здесь сколько? Так я как-то, по-моему. Девять сантиметров, там 8,5, 9 отворот, и в сложенном виде она получается 25. Вот 25 плюс 9 34, но сантиметрик идет на загиб, поэтому 35 с 9-сантиметровым отворотом 25 получается. Урок математики, геометрии. Вот. Причем такая шапка, сейчас ее сошью, может быть, сделаю ей подклад. Снежинки все свои по это самое. Кофе надо убрать, а то еще все это разольется. Сейчас еще покажу кое-что. Так, изменились декорации. Хочу показать образец. Тоже он у меня темный. Вот
ничего не видно, что я хотела показать. В общем, здесь две ниточки. Он действительно очень темный. Две нитки здесь, два цвета, вернее. Один вот такой темно-синий. И второй цвет вот такой фиолетовый. Вот так вот, наверное. Это не отсюда. Откуда это? Так, и вот такой у меня получился образец. Из них связаны, значит, две нити вот такого и одна нить. Это кардная шерсть. Она вот, кстати, не колючая. А это 100% меринос бобинный. Здесь, по идее, 800 метров в 100 граммах. Но он очень-очень тонкий. Он в две нити получается как 800. Не знаю, в общем, какой там метраж. Я стирала образец. Я показывала, если кто-то видел. Что-то запуталась. Предыдущие влоги. Я вот уже не помню, в каком влоге я показывала. Если найду, оставлю ссылку. В общем, вязала на разных спицах и на тройке, и как угодно. Никак у меня не получается. Очень тонкая нить. Я решила к ней добавить вот эту вот темно-синюю кардную шерсть. Тактильно мне нравится. Но вот эта вот меланжевость, она то ли супер красивая, супер благородная, темный, прекрасный цвет, сложный, как принято, да, говорить сейчас модно. Вот. То ли это какой-то вот бабушкин меланж. Не знаю. Для носочков. Никак не могу понять. Потому что вообще синий с фиолетовым я не люблю такое сочетание. Мне кажется, это не очень гармоничное как-то. Но поскольку они оба такие темные, то может они как-то и сливаются. Не знаю. В общем, я страдаю насчет этого цвета. Но хвалебные оды Ади с красной леской. Даже не знаю, как оно называется. Ади с удлиненными кончиками. Просто восхитительно. И 60 сантиметров леска очень удобная. Я уже говорила, по-моему, я вязала с нуд очень быстро. Просто и кончики, вот эти вот спицы, очень мне нравятся. Очень. И вот про фирму, да, какими спицами вяжете, все такое. Вот Ади, не Ади. Получается, что Ади рознь. Потому что на тех мне вообще не понравилось вязать, на обычных, которые с ну, сами металлические, а леска серебристая. Мне они не понравились. Между ними и ну не гаммы, а мне больше, чем Ади, нравится наследие. Наследие, да, 55 рублей. И они мне очень понравились. Я ими теперь вяжу шапки. Кто-то прибежал, слоник. В общем, эти теперь мои любимые спицы. И при первой возможности я еще таких куплю других размеров. Очень, прям вот очень мне понравились они. Не хочу даже никакие там пробовать другие. Вот, на этом все, наверное, на сегодня. Если что-то я еще провяжу, то... А, шапочку еще. Так вот, шапка. Я ее закрыла. В общем, теперь мне нужно померить на ее будущего владельца. Все темное у меня. Вот таким образом решила закрыть. Я еще не стягивала эту ниточку, потому что очень привередливый владелец. Ему привередливый владелец. Ему нужно прям, чтобы было полностью по голове, по всем этим там головной анатомии. Вот, и я переживаю вот за эти вот, где я начинаю делать убавки, да. Вот здесь получается как такой, вот на голове разгладится это или нет, как такие бугорки. Я делала здесь два раза в каждом третьем, потом сколько-то раз в каждом втором, и потом уже в каждом, пока не осталось... Пока не осталось по 2 петли, 8 петель я уже стянула. Паш, не тряси стол, пожалуйста. Вот такая шапочка. Здесь я теперь буду набирать петли. Но я говорила уже, да?
И, в общем, будет вот такая, следующая будет такая же синенькая. Вот, на данный момент такие дела у меня. Уже, наверное, тогда увидимся завтра, а сейчас я пойду пить кофе, ура! Кофе! Кофе, да. Всем привет. Уже день, четверг. День четверга. Вот. В общем, довязала шапку. Чуть-чуть я продвинулась в своих работах. Сейчас, наверное, последний день сегодня снимаю. И уже будем тогда переходить на следующий влог. Но сегодня вот шапку связала, довязала. Вот с такой макушкой. Да, на голове это вот так как-то смотрится. Вот, что сказать по ней. Резинка 1 на 1. В общем-то, все мне нравится. Но я так подозреваю, что как и на бордовой. Вот прозрачно кажется, но так она довольно плотная. Думаю, что мне будет не холодно. У нас потеплело. Сейчас около нуля где-то там, плюс-минус. Вот как вы видите, Новый год полным ходом. Дело в том, что все это практически. Все я купила в фикс прайс. Вот. И, значит, к чему я про фикс прайс? В общем, свежие впечатления, поэтому я все это сюда выгрузила, вывалила. Вот. Готовимся, да, к Новому году. Создаем настроение себе. Вот такая шапка. Люрекс вылез, надо отрезать. В общем, не знаю, что по ней говорить долго. Готово, все нормально. Зашивала я здесь, ну как вот эти петли, они сошли на нет. Тут осталось по одной петле с каждой стороны. И здесь я зашивала трикотажным швом, и поскольку у нас здесь резинка 1 на 1, то я взяла и просто как лицевую гладь зашивала лицевые петли, а изнаночную, в общем, иголку втыкала не только в лицевую, а подхватывала еще изнаночную и протягивала, и таким образом их как бы нет изнаночных, они там все внизу остаются, в общем, подшиты к лицевым. Вот так это все смотрится. Не знаю, как показать, боже мой. Конечно, все черное. Ну, в общем, нормально, довольна я этой шапкой. Еще ее не носила, еще не стирала, не одевала. Но я обычно поношу, потом в это провожу. Так, следующее. Я, по-моему, не показывала пряжу на шапку, все не могла ее выговорить. Вот так вот она выглядит. Ализе. Три нити я вязала. Здесь на 100 грамм 410 метров. Я что-то думала, что около 500. В общем, такая вот стопроцентный акрил. Здесь 80 акрил, 10 полиэстер, 5 пайетки, 5 металлик. Ну, тут люрекс, пайетки. Еще хочу показать, что в свитере для мужа из твида я уже провязала 3 ряда жаккарда. Всего у меня 23 ряда. Вчера я все это начертила, посмотрела в интернете, как вообще бывает. Взяла там одну схемку, переделала ее, начертила себе в цветах. И вот такой у нас на лице получается вид. Тут, конечно, протяжки вот эти. У меня всегда они рыхловатые. Ой. Ой-ой-ой, слетели петли. Рыхловатые, да, на жаккарде. Но это лучше, чем стянутые. Я думаю, что, надеюсь на то, что это все-таки твид, и он после стирки подваляется здесь. Хотя он уже пропаренный. В общем, не знаю. Вот протяжечку видно. В общем, посмотрим, как все это будет в конечном итоге выглядеть. Но, в общем-то, цвета мне прям очень нравятся. Темно-синий и светло-серый. Это прям невероятная любовь моя. С этой шапочкой, давайте уже по всей неделе подведем итоги, да, что я вам тут показывала. С этой шапочкой у меня пока затык. Мне нужно ее померить. Ребенку хотел сказать. В общем,
владельцу будущему. А я что-то боюсь, что она ему будет тоска. Теперь мне стало страшно. Хотя она вроде бы... В общем, надо померить, да. Тут еще не стянуто. Вернее, стянуто, но не завязано. Вот. Лицевая сторона. Вот изнаночная сторона. Очень мне нравится на круговых спицах вязать. Ну, в смысле, в круговую вязать лицевую гладь. Просто лицевые петли вяжешь, вяжешь, вяжешь. Вот. Вот так вот. В общем, это надо померить. Так, ну и мой вот этот вот сарафан лапша. Какой цвет обалденный. Это прям что-то. В общем, где у меня лицо-то? Вот лицо. Связала я. Вот я, по-моему, в предыдущем влоге еще показывала. Связала перед вот эти вот лямки. И вот вяжу спинку. Подрез закрывала айкордом. И вот здесь он как бы идет айкорд, уходит, да, а вот здесь он вот так вот поворачивается. И вот здесь я пришивала. Пришивала вот эти закрытые петли айкордом к вот этим вот как бы крайним кромочным, ну, кромочные и две лицевые. Вот. Вот так это будет выглядеть, да, на теле. И с этой стороны тоже. Вот с той стороны я пришила, думаю, надо же показать мастер-класс. Сняла мастер-класс, все там рассказала. Но что-то думаю, не очень у меня тут как-то стянуто. И, короче, удалила все. Не будет мастер-класса на это. И корзинку, кстати, вот эту белую, я тоже купила в Фикспрайсе. Она не ахти такая, ну... Видно, что это дешевая вещь, но она удобная, глубокая. Как раз вот под этот проект я купила ее. Вот леска у меня на гамовских спицах. Кстати, только что до меня дошло, вот буквально какое-то время назад, сегодня, спицы, да, я показывала, я на гамовских вяжу, они тут с суперэффектом. Прокручивание. В общем, они очень старые уже. И я думаю, я вспомнила, что у меня же куплены Ади с удлиненным кончиком, как раз те, от которых я в восторге. Даже заикаюсь от восторга. Вот. Они у меня без дела лежат, висят в упаковке. Я их даже еще не опробовала. Троечка тоже. Я, наверное, на них переодену вот эту всю систему. Вообще, конечно, как я так тупанула, что вязала на... Ну, хотя я тут, в общем-то, на вот этих шапочных спицах вязала все время. Эти спицы мне очень понравились. Стоят они 55 рублей. Видите, какие здесь кончики? Вот по сравнению с гаммой. Ой, ну тут так даже незаметно. Но они гораздо острее. Вот видите, сам вот этот вот кончик. Они очень удобные. Это называется наследие. Я даже вот приготовила упаковку. 55 рублей. Очень удобно. Ну, тросик, конечно, здесь вот этот мерзкий. Но если... Пока я не знала о существовании красной лески у Ади, меня он вполне устраивал. Вот. Короче, этими спицами я очень довольна. Так, что? Сарафан этот, да, вяжу. Все тут, в общем, продолжается. Переходит он с нами в следующий влог. Так, а это то, что я совершенно не хочу вам показывать. В общем, вязала я вот такой снуд. И, как вы можете видеть, он вот прям закручивается. Да, я показывала, снимала видео, как делать имитацию тканого полотна. Он красивый, такой прям мне нравится. Вот, но он закручивается. Прям вот так закручивается. И, в общем, вот так он выглядит. Я убрала у него все нитки. В общем, поплотнее он стал, потому что ниток здесь очень много у меня было. Стал он поплотнее, но все равно закручивается. И тогда я решила... Теперь мне за это стыдно. В общем, я проложила, думаю, какие-то нужны ребра жесткости, проложила крючком просто вот такие вот дорожки. Конечно, это... Ну, в общем, я поняла, что так оставлять нельзя, и все равно это не спасает.
и вот вяжу подклад. То есть это будет вот так. Я уже довязала. И сейчас буду пришивать. Сейчас довяжу до маркера и буду пришивать вот это все. Это, конечно, так делать не стоит. И здесь, поскольку я затеяла вообще с этим снудом, это детская новинка, пехорка, детская новинка, стопроцентный акрил, но для снудов я вполне нормально воспринимаю акрил. И детская новинка мне нравится. Она вот как-то, не скрипит ничего здесь. А вот это я не помню какая, то ли Назар, то ли что, оно называется Ласка. Оно прям скрипит. Прям, мне кажется, я даже думаю, вы слышите. Прям как снег. Вот. И, в общем, это будет подкладка. Кончилась у меня детская новинка. И мне пришлось продолжить вот этим цветом. Тоже мне он лежал там сколько-то, какое-то время. Я решила продолжить. Цвет этот обалденный. Вот на детской новинке, видите, она какая-то немножко белесая. То есть, прям видно, да, как свет отражается от нее. А здесь я прям вижу фотоны, которые утопают в этом синем. Очень красивый. Прям мне очень нравится вот такой цвет. Все-таки это тоже, конечно, яркий синий, но не настолько. Это прям такой богатый. Вот. Значит, сейчас я вот это довяжу, пришью, и будет такой снуд. Ничего не будет закручиваться, я надеюсь. Вот так-то. Такое вот я придумала решение, выход из положения. Вот, спицы эти антизолотистые с красной леской. Я очень-очень-очень ими довольна. Не знаю, как они называются. Надо прочитать на этикетке. Вот, на этом я думаю, что все. На этот влог можно заканчивать. Можно его смонтировать и выложить. Вот как закручивается, просто безбожно. В общем, ладно, всем спасибо большое за просмотр. Очень мне нравится снимать влоги. И всем желаю новогоднего настроения, удачи в вязании и вообще всего-всего новогоднего. Все, в общем, пока. Увидимся в следующем влоге недельном вязальном.